сама это не будет. Прошу меня простить. Я хотел бы поблагодарить всех жителей Тюменской области за то, что на протяжении 18 лет моей карьеры на государственной службе, я считаю, что с каждым жителем Тюменской области мы, в принципе, были такой настоящей единой командой. Вот, нам многое удалось. Я хочу поблагодарить за то доверие, которое мне было оказано в период выборов, за то доверие, которое было оказано всеми жителями, когда мы осуществляли те или иные проекты. И даже если были какие-то сомнения, что мы идем куда-то не туда или делаем что-то неверно, ну, время, мне кажется, оставляло все на свои места, и, в принципе, у нас все получилось. Поэтому я просто искренне говорю спасибо всем жителям Тюменской области за то, что они дали мне возможность формироваться как уже такому государственному деятелю, как человеку, который сегодня после генерального министра достаточно высокий пост. Это благодаря тому, что меня воспитала Тюменская земля. Меня воспитали жители Тюменской области. Поэтому огромное слава.